Дорогу Дедушке Морозу. В субботу, 22 декабря, будет временно ограничено движение для автотранспорта по улице Подгорной на участке от проспекта Ленина до улицы Крутицкой. Запрет на передвижение машин будет действовать с 13 до 16.00. Ограничение связано с торжественным открытием новогоднего городка и встречи Деда Мороза на площади Пушкина. Городской пассажирский транспорт в это время будет работать в обычном режиме. Кортеж Деда Мороза отправится в 14.30 от Центра культуры и отдыха. Проследует по проспекту Ленина до площади Ленина, повернет налево на улицу Громобоя, по которой пройдет и повернет направо на Шереметьевский проспект. По Шереметьевскому проспекту достигнет площади Революции и по проспекту Ленина далее доедет до Театрального моста, повернет на площадь Пушкина, где и состоится праздничная программа встречи Дедушки Мороза ориентировочно в 15 часов.